Царю небесный, утешителю души истины, и же бездельцы, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселися в мы, и очисти мы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Александр Михайлович, помолитесь, пожалуйста. Благословите нас на занятие Господа, прославьте. Господи, милостивый, услышь наши молитвы, помоги нам провести занятия, чтобы Слово Божье вселилось в наши сердца, и мы шли и проповедовали дальше. Да будет на все святая воля Твоя, как Тебе угодно, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Первый том, пожалуйста, передайте. И там вот внизу такая коробочка, где свет оттуда идет. Итак, продолжение. Евангелие от Иоанна. Так, какая глава там? Господи, быстрее сказать. 11 глава. И продолжаем. Господь идет к Лазарю, и ученики думают, что Лазарь больной. А Лазарь был хороший друг их, они его знали. Это, да, посредине что было. Сядь сюда, чтобы тебя видно было. С нами ты сиди. Да мы знаем, что нормально. Нам будет тоже. Принц, иди сюда, садись. Садись, ты такая красавица. Пускай люди посмотрят. Что и красивые тоже веруют, они одни. Старые безобразные. Да, ты можешь ничего не говорить, просто посиди, как модель будешь, православная. И вот он, а он им сказал это, говоря им потом, Лазарь, друг наш, уснул. Они, уснул, а ну знаете, когда уснул, то, ну, облегчение будет после этого. Ну, слава Богу, уснул, хорошо. А он говорит им, я иду разбудить его. Ученики, Господи, если уснул, то выздоровеет. А Господь говорил о смерти его. И вот Господь идет, и мы теперь это, и они знают уже, что он умер. Ну, понятно, да? Попробуйте просто рыбу, позволить ей протухнуть. Вы одной минуты в доме не выдержите с протухшей рыбой. Если она будет вот так лежать. Невозможный, отвратный запах. А это всего лишь рыба, постная пища. Ну, допустим, там овощи не так. Овощи не так они пахнут, их можно вытерпеть. А вот то, что живое, и Господь этим отметил. Что есть живое, а есть неживое. Поэтому, когда говорят, растения там, такие это, животноводы, животнолюбцы, растения его не трогай, там его ударил топором, оно там кричит. Дурью не майтесь. Кричит то, что живое. Сколько хочешь сейчас зеленых. Сколько хочешь зеленых. Я когда в тайге работал, нам пришлось много растений рубить. И для дорог, и отопления. И для отпугивания насекомых всяких, очень много там их, и для отпугивания диких животных, и для того, чтобы вычистить площадку от клещей, а вы как думаете, золото достается? Что, пришел туда, сим-сим, откройся? Все приходилось делать, и, конечно, экология. Какая экология? Что придумывать? Растения не плачут они, не плачут. Все живое создано в пятый и в шестой день. В пятый и в шестой день. Кто... Против, Библию открывайте, там написано. Дни творения. Сейчас как раз с детьми проходим это. Когда Господь сотворил растения? Какой день? Вот этим экологам вопрос. Они ничего не знают про растения, вообще ничего. Господь эту систему сделал такую, что она не погибнет никогда. Ее только сам Господь уберет. Эту систему, и то мы не знаем насколько, потому что Господь говорит, земля будет обновлена, то есть небо свернется как свиток, все дела человеческие на земле сгорят, и Господь даст новую землю, новое небо, помните, да? То есть новое Господь даст, и до конца это не люди сделают, ни Кеннеди, ни Сталин, ни Хрущев, никто не смогли, были деспоты еще те, никто не взорвал ничего, все стоит на месте и не взорвет. Почему? Господь наложил вето свое, то есть руку свою положил на все это.
Все, и Господь сказал, Лазарь уснул. Не надо спорить с ним, а недоумение человеческое. Как, ну, уснул, выздоровел? Да, выздоровел, да. Да умер. О, умер. Страшно. Горе. А Господь говорит, мы сейчас идем за жизнью с вами. Как за жизнью? Он мертвый. 4 дня прошло, вы понимаете, он в гробу лежит и идет запах уже. Да, тем более, Господи, это тлен, тленный запах в жизнь. Ничего не понимают. И мы с вами ничего не понимаем. Это тайны. Господь нам как будто открывает. Мы ничего не понимаем. В чем дело? Давайте читать. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 21-28 стих. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Так, давай ты будешь Марфой. Как, ну-ка, как бы ты вот прочла? Ну-ка, вот мне интересно. Вот, вот, вот сам внизу здесь. Вот давай, это, не говори, что Господь говорит, а слова именно Марфы. Ну-ка, давай, вот проникнись. У тебя умер брат. Вот как бы ты посмотрела на Христа, и ты понимаешь, что он был его лучшим другом, и он чудотворец, и вдруг ничего не получается. Не сможешь прочитать. Ну, это все-таки Марфа, да, но все-таки все равно попалские картины. Ну, как-то, конечно. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Ну и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Да, это немножко даже я прослезился. Я тоже. Похоже, да, да, похоже, потому что с надеждой она говорит. Наверное, надежда была это, да? И Господь дальше говорит. Иисус говорил ей. Воскреснет брат твой. Вот, за такие слова, видишь, что она так, ну, ему прям, что говорить. Понятно, тут становится ближе уже, да? То есть, вот, когда я прочитал, как бы, ну, прочитал, а когда Марфу представили, и вот так она плачет прям. Может быть, Господь ей не воскрешал бы, а ему, ах, что-то сделать. Но он же вот на инской вдове вернул сына. И здесь, ну, 4 дня уже смердит. Это же все понятно. Сатана узнает, что он Господь Бог, и будет его преследовать. И почему он не узнал? Непонятно. Сейчас дальше прочитаем, и нам толкователи разъяснят. Почему Сатан... Было закрыто от него это. Странно даже. Великое такое чудо. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день. Это уж тут другая будет интонация, конечно. Я думаю, Иисус сказал ей, я есим. Так, тут, знаете, ошибка. Тут написано я семь. А бывает такое. Ох, у кого ручка есть тут, а? У меня-то есть она. Ну как так? Карандаш. Давай карандашик. Я есим, я есим, я есим. Это девиз Господа. Это девиз Господа. Я есим, я существующий. Я Иегова и Иегова. Здесь его имя стоит. Я есим. Сейчас вот понятнее. Воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, учитель здесь и зовет тебя. Так вот, почему это, сейчас будем узнавать. Видите, вопрос сразу, почему тайно и что вообще случилось такое, как-то непонятное. Марфа выходит навстречу Марии, нет? Ну-ка, толкователи говорят нам. Блаженный Феофилакт. Марфа имела веру во Христа, но не полную, не надлежащую. Вот как раз у нас был диалог с сестрой, и она говорит, она же по-плотски, как бы, плотская еще. Вот видите, не надлежащая вера. По-плотски, а кто оживлял? Да кот же оживлял, Марфа. Знаю, что оживлял, а поверить не могу. Веры нет. Веры вот этой нет, не хватает. А евреи какие были? Верующие или неверующие? Вопрос такой. Господь говорит, идите вперед, наипаче, то есть вперед иди, к погибшим
овцам дома Израилева, к погибшим овцам дома Израилева. Погибшие, понимаете, не будут умирать когда-то, а уже погибшие, все. То есть они хотели, у них был храм, у них были священники, у них были левиты, у них были музыканты, у них были певцы, у них были строители, отделщики храма. У них была милостыня, которую они давали в храм, ящики, они заполняли груды написано. И это ничего не помогло, даже первосвященнику. А у нас, как говорят, первый там, конечно, вот там патриарх, он первый спасется. И видели, как я постоянно смотрю проповеди патриарха, когда он стоит, держится за вот эту посох такой свой, он под низ вот так его держит. И когда он говорит, и вокруг люди, и там стоят в этих, ну, и в галстуках, и военные стоят, и они все внимательно на него смотрят. Вот так всегда. Души жаждут. Ну, так говорит, жаждущий. Ну, то есть, увы. И с женщиной все. Это так внимательно смотреть на одного человека, и он должен им что-то, вот они понимают, что да, что-то от него попадет. А он говорит, и начинает: социум, наш социум, нужно делать добро. Вот для того там и тут Господь нас хранит, чтобы делать добро. Вот делать добро. И мы должны себя изменить, мы должны там как-то измениться, мы должны там... Да, ничего этого... Невероятно. Это первый человек, он должен стоять, просто плакать и говорить: мы все умрем, потому что не знаем слов Божьих правильных. Давайте достанем еще Евангелие и почитаем. А если читает на церковно-славянском? А разговаривается ко всем на русском. И что? А Господь такую силу имеет чудотворную, как-то уверуете, если на церковно-славянском прочту. И никто никак не верует. А только что Игнат Игнатьевич сказал, завершил свою речь, проповедь в очередную. Какими словами? Кто помнит? Евангелие. Кого привел? Кого мы сейчас читаем? Мы недалеко, кстати, от этого места. Евангелие от Иоанна. Какую главу? 12-ю. Какой стих? Какой стих? 48-й. И о чем он говорит? Этот стих нам. Слово Божие будет судить нас в последний день. Слово Божие будет судить нас в последний день. И, кстати, все это будет, скорее всего, относиться как раз и к тому, что мы сейчас проходим, к этой теме. Вот нету веры, понимаете? И когда мы начинаем говорить, вот вчера были занятия, там Иван Грибанов, и начинают говорить, вот там кто-то, и потом благотворительность какая-то начинает там обсуждать этих людей. Я думаю, что-то не то у нас пошло, какая-то склока пошла уже больше, похоже, там. Я вышел и говорю: подождите, давайте о верующих говорить. Вот о неверующих-то что говорить, все понятно уже. А вот они там воруют, там они там себе присваивают, они за это живут. Ну, конечно, они же неверующие. Если они о Боге не говорят, то все понятно. А вот нас интересует, баптисты верующие или нет. Игнат Игнатьевич, к чему сегодня говорил? Вспомнил тетю Аллу. К чему говорил? О чем он говорил? Он говорил, что столько людей мы отогнали, иконами отогнали мусульман, арабов этих, а вот этими литургиями, каждодневными тем более, еще как бы в день по нескольку литургий не делали. Вот так делали. А литургиями отогнали баптистов, чистейших, можно сказать, этих катаров. Ну, чистые переводится с греческого языка. Баптисты. Я с ними просто работал и знаю некоторых. Ну это, ну что сказать, там больше честнее людей я не видел. Там, что я заработал, мне все отдавали. Он подходил ко мне, благодарил меня, бригадир наш Виталий, он уехал в Краснодаре сейчас. И вот, ну понимаешь, говорит, это, брат, так получилось, что что-то маловато. Я смотрю, там такие деньги, мне на золоте никто так не давал. Все последнее тебя отгребут. И еду высчитают, и одежду, и сапоги там, и все. Хорошо, хоть душу не высчитывают еще. А эти всегда прям... Если какой-то... Они всегда ко всему серьезно относятся. То есть к какому-то... Вот сейчас событие происходит, относятся серьезно. Почему? Ну вот вера в Бога это дает. Они веруют в Бога, понимаете? Веруют, но вот евреи-то веровали, а не хватило им.
И здесь тоже люди веруют, и Дух Святой там действует, конечно, на них. Но для чего? Для того, чтобы эта вера, она совпала с чувствованиями Христа до конца. Да, до конца. А почему? Потому что и история уже, века заглушили все это, гордость и так далее. Отвергни себя, возьми крест свой, свой крест, надо свой взять крест. Не пытаться там переложить вину на кого-то, что я не могу до конца сделать, вот так, или я наоборот уже взлетел под небеса. Это вообще плохая традиция, думать, что все, ты спасен. Но мы читаем такие слова, что вера в Господа, вот Господь говорит, кто верует, будет спасен. Это невероятно просто, ничего делать не надо. Нет, только уверуй. А делать что-то надо, уверовать надо. А вот работать там руками или еще что-то, ты понимаешь, нужно уверовать. А когда ты уверуешь, то работа руками для тебя будет в сладость просто. Ты будешь вот руки, говорится, свою руку не целовал, ты будешь, благодарю тебя, Господи, вот тебя целую, твою руку, что ты мне руки дал, вот я могу кому-то сделать доброе дело. Да, как было у Иова это все. От мяс, говорит, они хотели моих напитаться, как от твоих мяс. Сладенькая ты моя, тетя Алла моя сладенькая, потому что она меня привела в общину, понятно? Поэтому я так могу сказать, от мяса ее напитался я, вот так. Да. А сестра Елена от других мяс напиталась, Александра Михайловна от других мяс напиталась, сестра тоже от других, Надежда от других мяс напиталась, и каждый питался от чьих-то мяс. Ну, кто-то совсем худенький стал, а кого-то мало кусали, видать. Почему-то вспух от голоду. Вот так, ну да. Ну, каемся. И дальше читаем. Посему и говорит, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Это вера ее. Сказала это без сомнения, потому что не веровала, что он, если бы захотел, то и не присутствуя лично, мог бы предотвратить смерть брата ее. Вот как. Сказав это без сомнения, потому что не веровала, что он, если бы захотел, то и не присутствуя лично, мог бы предотвратить смерть брата ее. Противоположно скажем, чтобы понятно было. Помните, когда, это мы перед этим читали, когда заболел у сотника слуга, военачальника римского, он не сам пошел, а послал слуг своих. Как он сказал? Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Ты просто скажи отсюда, и он излечится, я в это верю. Вот она, Марфа, не такая была. И мы видим, что Марфа суетится, заботится о многом, а Мария сидит у ног Христа, и она ее укоряет, причем странно укоряет, через Господа. Господи, я вот тут кручусь, а тебе и дела нет, а Мария вот сидит тут рядом с тобой, ничего не делает. Она хотела, чтобы он ее похвалил. Ну и похвалил, и сказал, Мария, ну-ка, то есть, ну, командир полка, нос до потолка. У нас есть такие, мы знаем, да, командовать любят. А, говорится, это ревность не по разуму. Вот не по разуму. Для этого нужно что сделать? Просто вот тут молчание золота. Остановиться и промолчать. Почему это обращение именно к женщинам? Мужчины суровее, слова их весомее. И они знают, если черт сказал делать, он возьмет руки в ноги, как говорится, и нужно делать. Иначе ты прослывешь, тем более в те времена все были рукастые. Не рукозадные, а рукастые были все мужики. Потому что то нигде, как говорится, мужчины на дом не вызовешь мужа на час. Нужно было самому делать. А если не делать, значит что-то нужно было отдать, яичек там с курочек, накосить хлеба и так далее. Попробуй. Все нужно было трудиться. И здесь мы видим, вера, такой важный момент, почему Авраама прославляют. Вот из ничего, ничего не было, все забыли веру. Евера забыли, евреи назывались евреями, себя называли евреи, и забыли, почему они взяли себе имя еврея от имени Евера, их предка, который не пошел строить Вавилонскую башню, оказывается. Слава тебе, Господи, хоть не пошел. И оттуда много вот, дивидендов, и, скорее всего, Господь их и так и выбирает. Смотря, почему Богородица должна была быть святая,
должна была быть девушка, 14-летняя, которая ничем внутри не согрешила. И все ее ответы были нелогичны, а религиозны. Ответы ее были, когда она отвечала. Вот как должен был ответить ангел бы, вот так вот ответил. Представьте, как вот через эту красную, как говорится, нить, тонкую красную нить, когда что-то прослеживают, говорят, тонкая ниточка прослеживается. Вот эта тонкая красная нить, она пошла от Авеля, Сифа, начали молиться, потом Ной, а там еще кто-то были, потом, ну, такие большие, потом Ной, потом пошел Авраам, ну и потом дальше уже от Авраама тут нам легче становится. Исаак, Яков, потом братья. И братья показали уже, как можно покаяться. Вот. То есть вера, она принимается и через то, что ты каешься в том, что ты неправильно жил. Вот как Господь какой многомилостивый. Космополит настоящий Господь. Охватывает всех людей. Все спасетесь, все. И поэтому этот истукан огромный, там все царства заложены были. Персидское, Медийское, Сирийское, там, Вавилонское, и Александром... Греческое и Римское. А Римское и сейчас все Римское получается. До сегодняшнего дня это все Римское царство считается. И это огромный истукан, это все люди, люди, которые не могут уверовать. Но последнее, самое мощное для сатаны, он же этого истукана вылепил. Начал с головы и вылепил до пят. Но его стопы оказались частью из железа, а частью из глины. И мы это сейчас видим. И это все рушится. Американцы хватаются за одно. Здесь русские стоят, там китайцы вдруг стали, индусы, там бразильцы какие-то, кто бы их знал. И все-все, вот это вот эта железная империя, которую создают, она рушится, рушится. И что это? Язычество выходит из-под контроля сатаны. И что будет дальше? Дальше будет хаос в этом хаосе, всеобщем огромном хаосе. Как говорится, когда мы можем поймать рыбку? В какой водичке? В мутной. В мутной. И Господь закидывает чью сеть, чтобы в этой мутной водичке хаоса поймать. Апостольскую свою сеть евангельскую забрасывает. Люди, что взывают к Богу, не знают, к кому обратиться, и только один Господь остается. И в этот момент сеть эта действует, и вылавливаем рыбку, хоть кого-то поймать, Господь. И вот сейчас мы молимся, руки воздеем, и они заповедавших, Господи, помоги им тоже прийти. То есть последнее время... Ну, последняя, да не совсем последняя. Опять Палестина горит. Вот так вот, ни с того, ни с сего. А должно было это быть? Должно. Постоянно об этом. У Игнатия Ивановича проповеди, все книги говорят об этом. Смотрите все не на Россию, на Украину, не на Соединенные Штаты. Смотрите все вот сюда, вот и Иерусалим. Молимся за Иерусалим. Господи, дай мира Иерусалиму. Ну, какому Иерусалиму? Небесному Иерусалиму. Небесному. Да, земной Иерусалим, понятно, это небесный Иерусалим. Но центр земли, мы понимаем, где. Это Иерусалим. Но это, как сказать, Иерусалим? Это Голгофа. Центр земли, Голгофа. Там самые такие страшные, прекрасные, торжественные, для нас спасительные дни проходили в Иерусалиме, там Господь, все, помните, Иерусалим опять на празднике, там и стегал он, показал и силу свою, показал и любовь, там происходит Пасха, Господь говорит, новое вино будете пить, тело будете мое есть и так далее, все это говорит он. Но все случилось спасение на Голгофе. Вот он сколько он предупреждал, что это будет, и они отмахивались, говорили последний раз, помните, погляди, Господи, только что были в храме. Ну, там, да, ты кое-кого погонял. Но храм-то, гляди, какой прекрасный. Какие камни, резные камни были. Не просто мы сейчас смотрим, камни, колонны. Это такого не было. Все было, ну, голубого цвета, такого салатового, красного цвета было. Это все не просто как бы аляповато было. А были свои дизайнеры. Была красота. Вот сестра у нас сыры делает. А сыры все, вот так поставь тебе, они все на один взгляд. Но когда ты начинаешь их кушать, оказывается, ба, а это вообще другой.
Надежда Васильевна пробует тут который, сыр, который Марина покупает. Такая, ух ты, какой необычный сыр. Почему? Потому что есть мягкий, есть такой и такой. То же самое и здесь. Люди могли делать все это красиво было, очень красочно. Но все было не в красоте дело. А гляди, какие священники, как они торжественно идут в золоте. Вот это у них это, жертвенник такой был медный. А к нему шел пандус такой. Пандус это такой под маленьким углом сплошная такая площадка была. А для чего? Чтобы не поднимая ногу, а он же как в халате таком был, это хитон-то, чтобы не раскрылась и нагота, вот тут вот телесная, икры, не была видна Богу. Пред Богом ты предстоишь, понятно? И поэтому шли мелкими шажочками такими, несли вот эти вот жертвы Богу. Это жертву, это Богу. Все помыто, все освящено. Вот какое надо лопатка там, все, что нужно. И вот они на рога насаживают на один рог, на второй, другой священник. Четыре рога всего, дорога. Вот дорога, дорога, они дошли до этого рога, все насадили. И туда наложили жертву этой, подожгли священным огнем, как надо, там рядом огонь стоит. Все это горит, все воскуряется. И Господь там прям, Господь прям там находился. Понимаете? Невидимо. Почему? Сам Христос там находился в этом храме. Все это происходило на глазах Христа. Еще был всего лишь 33-й год от Рождества Христова. 33-й. А Веспасиан с сыном Титом уничтожит Иерусалим в 71-м году, в апреле, на 14-е Ниссана все это. На Пасху как раз они захватывают, совершили. И там чуть, там еще, пока там туда-сюда, в общем, к концу 71-го года. Все. А в 72-м году последняя там крепость, Моссад была на вершине, там ее захватили. И вот там Господь-то находился, там, и они говорят, все прекрасно, Господи! Какие камни, какие здания! Они про священников не сказали, потому что священники гнали его, священство его гнало. И поэтому они, как бы, Господи, ну храм-то стоит, а там священники. Это они не говорят просто для того, чтобы... То есть все нормально же, Господи, все нормально, да? И Господь им начинает говорить. Истинно, истинно говорю вам. Что? Что? Он сказал. Какой момент? Да, ребята. Камня на камне, говорит, не останется здесь. О чем вы меня не слушаете? Просто у вас что-то свое, вы улетели куда-то. Улетели на Андромеду. А мы должны тут быть рядом. На Голгофе должны быть рядом с Христом. Помогите Христу. Покажите, что вы веруете искренне в Него. Он исходит кровью для вас. Ничего сейчас не останется в Нем. Слава Богу, Он Бог, поэтому останется, кажется, крови на всех хватит. На всех хватит. Но, когда вера к вам придет, то вы поймете, что, Господи, ни одной капли за меня не проливай. Не надо, все. Ты, я омыт тобой. Для других, Господи, оставь. Вот нужно что-то. Для других. А я уже омытый тобой. Все, я понял. Я родился свыше. Глаза мои открылись, как у Лонгина, когда кровь Христа брызнула ему на глаза. Это тот самый воин, который по приказу ударил Христа копьем, да, и пробил ему ребро с правой стороны. И истекла, но не попал по костям. И истекла кровь и вода. То есть он был мертв. Он был мертв, и все это засвидетельствовали. Фильм, кстати, смотрели? «Воскресший». «Восставший» называется. Нет? Я вот все время говорю, вот посмотрите этот фильм. Вот сейчас бы показать его сразу, вы бы заплакали. Как этот римский воин, ну как будто это он рядом стоит, вот этот сотник делают. И они ищут Христа, ищут это мертвое тело просто ищут. Кто его украл-то, ученики? И они ищут, это уже на третий день. И он забегает, а там сидят ученики и Христос. И он как бы глаза, как бы Христос, поднимает глаза на него и смотрит, такая, ему там, видать, долго ставили это, такая улыбка, тонкая такая улыбка, что, ну, ты, я знаю, ты мой друг, но тебе еще ко мне идти, тебе тяжело, ну, я с тобой, ты не бойся. И он так смотрит на него таким взором еще. А этот человек, который играет Христа, он бандитов играет, ну, в американский и так далее. Но здесь его вот прям, или верующего, ну, сам типа мексиканец. Такой немножко смуглый.
И он смотрит, и этот римлян, у него этот меч выпадывает из рук. И он смотрит и вспоминает, как он видел Христа умершим. Вот его поникшие, ну, все обвисшие члены. Все, как, что он мертвый. И глаза приоткрыты, вот так кровь стечет. И этот крест, бубух, падает вот так. И его гвозди вырывают, его вытаскивают и тащат в это. Ну, хотят в яму, а тут... Просят это Аримафейский Иосиф, чтобы Христа... А так бы его бросили в яму и засыпали известью, как всех. И он бы там просто тлел. Тело. А потом бы одной там заезжают повозки, все эти трупы складывают и везут куда-то там, сваливают. Вот как все было-то. Это была простота. Это все, это было, ну, римляне занимались наведением порядка. Понимаете? Вот так. А сейчас этому научились израильтяне. Занимаются наведением порядка. Засыпали все бомбами, похоронили людей под этими зданиями. И теперь представьте, что там будет. Какой смрад будет там. Это... И не дают там, чтобы убирали развалины все эти. Научились, как говорится. Не милости. Я, говорит, милости хочу. Милости. Господь говорит. Забыли суд, милость и веру. А вы жертвы мне. Милости дайте людям. А мы жертвы. Милости. А мы не знаем, что это такое. Жертву понимаем, а милость, как ее оказывать? Они же грешники. Эх. И Господь говорит, с яростью взглянул на них. В гневе написано, взглянул на них. Вы представляете, Христос взглянул в гневе. Он же милость сама. А для кого-то нет. И этот гнев, видите, как простирается. Они не могут отойти от этого. Масса людей, миллионы, не могут понять, что нужно другими категориями уже мыслить. Да, ну и все, заканчиваем. А далее обнаруживает еще большую слабость веры, ибо говорит, чего ты не попросишь у Бога, даст тебе. Видишь ли, она считает его за какого-нибудь человека добродетельного и угодного Богу. Ибо не сказала, чего ты не захочешь, все сделаешь. Но, говорит, чего не попросишь, все даст тебе. Подумала, что он воскреснет в последнее воскресенье. А что будет последнее воскресенье, это Марфа знала частью из Божественного Писания. А еще более из частых бесед Христовых о воскресении. И вы, если уверуете в меня, не умрете, но будете выше смерти духовной, которая гораздо страшнее. А кто избавляет от смерти страшнейший, кто с большой буквы? Тот, с большой буквы, тем легче избавит умершего брата твоего от смерти менее страшной. Господь спрашивает, верует ли она, что Он, Господь, то есть воскресение и жизнь, и что верующий в Него не умрет вовек. Будешь ли разуметь смерть духовную или телесную? Ибо о верных, по причине их надежды на воскресение, справедливо говорится, что они не умирают. Ибо Учитель, Христос, большой буквы, говорит, пришел и зовет тебя. И как Он пришел, то самое пришествие Его служит тебе зовом. Ибо как скоро Господь пришел, то и тебе необходимо пойти навстречу Ему. Вот почему Мария вышла навстречу. Никто ее не мог остановить. Вопрос этот был у нас. Господу слава во веки веков. Аминь. Достойно есть такова истину, блажите тебя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величает. Сестра Маргарита, помолись. Сестра Маргарита, помолится. Господи, благодарим Тебя за это занятие. Очень много я узнала. Слава Тебе, Господи, за Игоря. За Игнатия Тихоновича. Господи, благодарим Тебя за все. Да, очень хорошее занятие, Игорь, благодарю Тебя за это. Слава Отцу и
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Просто аллилуйя. Ну, знал, Костя,